Мы продолжаем путь из Сухума в Новый Афон. И вот на пути есть такой ресторан, называется «В пещере». Наш водитель нам остановила, говорит, идите посмотрите. И еще вот тут очень интересное, красивое место. Летом можно посидеть, позагорать, посмотреть. Туда дальше видно море. Очень такие живописные места. Тёщин язык, да? Тёщин. Мы сейчас потихонечку спускаемся, такой будет лабиринт. Тёщин язык видно. То налево, то направо. Горский сборник. Мимозы. Чуть-чуть проезжайте, Ларис. Да, видно, хорошо очень. И мандаринчики видно рядышком. Я выйду? Не-не-не, притормозили, я думала, я выйду, нет? Нормально, нормально. Поехали. Мы уже, получается, в Афоне, да? Да. Мы уже приехали в Афон. Куда утащили? Видели. Да, от обезьян там. Да. Ботанический у нас шикарный. Снова снимаю. Не-не, снимайте сейчас. А, хорошо, с музыкой.
очень красивая кипарисовая аллея. С одной стороны кипарисовая, с другой пальмовая, в сочетании с олеандрами. Лебеди видишь, Наташ? География, фотографии ребят, погибших во время грузино-абхазской войны 92-93. Ну, этой дорогой мы ехали на пещеру, да? Да, это дорога на пещеру. Она там. Лариса, а вот это как называется здание разрушенное? Это что было? На дом отдыха похоже. Окна большие, потом лестницы такие ведут вверх. Да. Там корпуса какие-то. Ну, видно, санаторий был какой-то. Мы вот в эту гору заходили, да? Вот да, в эту да. гору? Это Новоафонская. Поставь паузу, может быть позвонить от Ларисиного телефона из Ларисиного. Матери подъехали. Не работает вчера, нет?